Вы пока никакой не пилот авиакомпании, а стажер. У вас испытательный срок, и вы подчиняетесь моим приказам и служебным инструкциям. Наш новый второй пилот – стажер Гущин. Значит, все-таки летчик. А что вы так летчиков не любите? Постарайся без выкрутасов, а? Ну, живи, как люди живут. Иди на посадку! И себя не бережете, и других похороните. Ты же классный летчик. Ты же без неба не проживешь. Крайний полет вы все-таки сделаете. Полетели. Землетрясение сильное. Просит помощи. Саша! Вот у нас с вами руки, а у него крылья.